Тимур. Смотрите, как вырос и возмужал. Заходи. Это не просто вагончик, это чудо техники. Он все может, и летать, и плавать. Если помощь нужна, вмиг поспешим и проблемы решим. Ух ты! Тимур, иди чай пить. Появился у нас новый друг. Это Белка. Мы ее от пожара спасли. Теперь она нам помогает. А назвали мы ее Нефтяша. Большая умница и наша помощница. Что случилось, Нефтяша? Беда, пожар, лес полыхает. Колоски горят, птицы и звери в панике. Надо спешить на помощь. Беда. Ой, что же мы наделали? Все по местам. Помогите. Вот видите, что вы натворили. Большая беда могла случиться. Мы не знали, что огонь может убить всех. Никогда так больше не поступим. Обещаем. Никогда ничего поджигать не будем. Спасибо! Мы спасены! И добрая. Теперь-то все дети поняли. С огнем не шути. Это очень опасно. Не жги.